В семье Кравцовых настоящий праздник. Еще бы, в гостях Дед Мороз и Снегурочка. Рядом глава администрации Ленинского района, депутат палаты представителей Национального собрания и главные кондитеры города из красного пищевика. С собой мешок подарков, детям сладости, маме стиральная машина. В идеальном мире, наверное, каждый ребенок должен иметь семью, должен иметь маму, папу, на которого должен равняться. Каждый ребенок – это ненаполненный сосуд, я всегда говорю, либо чистый лист, как такие можно провести параллели, а родители уже должны его заполнить. Но, к сожалению, в наших реалиях не всегда это возможно, и здесь вина взрослых. Места в больших родительских сердцах Кравцовых хватает на каждого ребенка, их в семье 10. Здесь не делят детей на своих и чужих, заботой, вниманием никто не обделен. Ну а гостям тут всегда рады. Мы готовим хоть какие-нибудь подарочки такие, им очень в радости это, чтобы доставить удовольствие, потому что их приезжают, одаривают, им тоже хочется свою лепту внести и подарить кому-то радость. Роль волшебников и Дедов Морозов в эти дни примеряют руководители разных организаций. Например, в интерактивной зоне на Ульяновской резвятся ребята из городского социального приюта. Здесь больше полусотни игр. Картинки оживают, рисунки оживают. То есть, допустим, вулкан делаешь, он извергается. То есть можно все и лаву потрогать, и направить ее в определенное место. Очень интересно. Хоккейный клуб «Бобруйск» также принимает участие в марафоне добрых дел. Научиться стоять на коньках – мечта многих ребят из социального приюта. Спортсмены помогают ей сбыться. Наша команда изъявила желание каждого взять за руку, поставить на лед, показать клюшку настоящую, шайбу, померить костюм. Взрослым волшебникам до Нового года еще немало нужно успеть. Одарить вниманием и осуществить самые сокровенные желания. Ведь наши дети заслуживают лучшего. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.